Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Виктория, и я представляю решение кейса в компетенции «Лабораторный медицинский анализ». Нам было дано показатель глюкозы крови, требуется начертить график и найти среднее арифметическое. Найдем среднее арифметическое значение. Для этого сложим 10 показателей за 10 дней и разделим на 10. В результате у нас получилось 4,48, округлим до 4,5. Начертим график колебания показателя глюкозы крови. На оси абсцисса выпишем дни, а на оси ординат показатели глюкозы в миллимоль на литр. Выпишем показатели на график. Первый день показатель был 4,1, второй день 5, третий день 4,2, четвертый день 4,8. Пятый день 4,3. Шестой день 5. Седьмой день 4,4. Восьмой день 4,1. Девятый день 5,1. Десятый день 3,8. Соединяем точки. Выделяем среднее арифметическое линии. Среднее арифметическое у нас получилось 4,5. У здорового человека показатель глюкозы крови составляет от 3,5 до 5,5 миллимоль на литр. Следовательно, значение у нас соответствует нормальному. Задание выполнено.